Приглашаем влево на линию старта. Какая разница? Сейчас старт влево. Прижми правую. Желательно сразу взять поводочек в левую руку. Прижми влево. Ведь четче команды, сейчас чтобы прошел расслабленно. Никаких... И, пожалуйста, чтобы без этих петель вокруг руки. Петель вокруг руки. Все равно есть. Намотай на руку. На руку, это все лишнее. Просто лишнее намотать на руку. Вот, все достаточно, все отлично. Сидеть. Судья дает указание спортсмену. Итак, пожалуйста, еще раз посмотрите на поводок, чтобы ничего не лежало на спине у собаки. Спортсмен готов? Готов. Начали движение. Рядом. Выполнение правый поворот. Выполняем левый поворот. Рядом. Продолжаем движение по прямой. И посадка у нас в квадрате. Продолжаем упражнение. Готовимся к левому повороту. Гуляет. Гуляет. Ну, когда в квадрат вошел, то хотел отойти сразу. В правой руке. Левый поворот. А мы то сам. В правой руке. А какая разница? Поворот вокруг зеленого фона. Здесь на старте на 0 лет вышел. Продолжаем движение по прямой и укладка в квадрате. Продолжаем движение. Рядом. Правый поворот. Рядом. Левый поворот. Рядом. Обходим зеленый конус. Рядом. Выходим на линию старта 2. За ошейник можно отстегнуть поводок. И сделай шаг назад. Все, отпускай шею. Команда из команды. Оценка участника 12 баллов. Итак, спортсмен готов? Готов. Гибран. Команда. Собака взята за ошейник. Ждем оценочку судьи. Хотелось бы напомнить, что перемещаться проводник на линии старта не имеет права. Здесь было значительное перемещение. Но, пожалуйста, следите за собой. Фирня это, блин, такая вообще. На отпуске это самое носишься как сумасшедший. А здесь, когда собака работает, и в камеру могу сказать. Это ты убрать уже, надо справа. Блин, итак, оценочка судьи. Надо было его домой отправлять. Я имею в виду к жгуту. Оценочка 19 баллов. За что балл снял? Еще раз напоминаю. Перемещение на линии старта быть не должно. Раньше это штрафовалось.